Вот такой новогодний подарок Тима. Тоже производство Окей. 600 граммов за 1429 рублей. Это и игрушка, и конфеты. Конечно, это большой плюс. К тому же это символ года, бычок, ну или коровка. Также у него такие золотые лапки. Присутствует шарфик, сама игрушка качественно сделана, глазки хорошо вот так вышиты, еще милый колпачок, рога тоже золотые. Ну, бычок сделан хорошо, сама игрушка выполнена достаточно качественно. И сзади есть шов, молния, вы открываете, и там конфетки. Покажу состав. Жмите на паузу, читайте. Видите, что вообще так мелко, я не знаю, как это все рассмотреть, но вот. В принципе, вычитать можно, что там за конфеты. Окей, все указывает. Вот такие наборчик, новогодний подарок с праздником Окей. 500 граммов за 579 рублей. Тоже с 20% скидкой. Здесь плюс, конечно, в железной коробочке. Эта коробочка, она еще идет там с ручкой. Но сейчас давайте посмотрим состав мучных изделий кондитерских и сахарных. В общем, там... Видимо, не только конфетки, может, какие-то батончики еще. Читайте состав. Ну, я смотрю, конфеты попадаются похожие вот в наборах Окей примерно. Ну, вот зефирки там какие-то еще есть. Так что читайте состав, смотрите, стоит ли того. Но тут еще как плюс и оформление новогоднее симпатичное с мишками. И то, что есть ручка. Что это, знаете, еще как чемоданчик. Ну, ребенок оставит на память, будет играться. Вот она, красная ручка. Вот также здесь, видите, закрывается эта туба. Поэтому, ну, по-моему, именно оформление, то, что это не просто картонка, достаточно большой и веский аргумент в покупку именно такого набора. Еще одни новогодние наборчики, тоже в двух цветах, красный и зеленый. Новым годом и Рождеством. Все так в ретро-стиле оформлено, тоже производство Окей. Тут, кстати, разные есть новогодние наборы, не только от Окей, просто вот первым делом хотелось посмотреть. 289 рублей, 20% скидка, количество конфеток внутри 400 граммов. Сейчас посмотрим, попытаемся, вернее, найти состав всей этой красоты, где-то же должен быть. Непонятно где, это я не нашла, смотрите, нигде состава. Хотя обычно на всех сейчас подарочных наборах состав указан, но поскольку, чтобы не покупать кота в мешке и понимать, что ты берешь за эту сумму, чтобы там не оказались какие-нибудь невкусные дешевые конфеты. Ну, может быть, на другой упаковке? Давайте посмотрим. Да, вот, просто, видимо, то ли оторвал кто, то ли, может быть, не напечатали. Смотрите состав, сейчас фокусируется, конфеток. Читайте, 400 граммов. Вот таких конфет. Ставьте паузу, рассматривайте. Все так меленько, так, господи, как же там это все вычитать? Надо с собой, наверное, лупу брать, чтобы понять, что в вашем наборе будет. Вот. Ну а так, цена вроде как нормальная. Но тут надо учитывать, смотреть, какие конфеты. Я так пробежалась, но вроде конфеты нормальные там в наборе. Пишите в комментариях, кто брал эти подарочные наборы, окей, нормальные они или нет. Вот такой еще. Скворечник. 179 рублей. Такой небольшой подарочек, но очень красиво оформленный. С Новым годом на поздравление. Сверху такая ленточка. И потом можно будет сделать еще скворечник повесить. То есть, как интерактивная еще дополнительная игрушка. Можно даже на елку повесить, если елка позволяет. Такие картинки яркие. Окей, вообще с каждым годом развивается, делает наборы все красивее. Ну, давайте посмотрим состав наборчика, какие конфетки входят. Здесь 200 граммов, и внутри будут вот такие конфетки. Ставьте паузу, читайте подробнее. Набор выглядит очень хорошо, добротно выполнен, так хорошо, прям плотный картон. Вот такой еще наборчик, прям мини-мини, с Дедушкой Морозом, с оленем. Тоже выглядит так симпатичненько. 99 рублей всего за 250 граммов конфет. Вот тут-то, я думаю, конфетки и будут подешевле за такую цену. Ну, опять-таки, на любой бюджет подарочки новогодние есть. Вот сзади такой олененок милый. Очень красиво оформлен. Прям все так нежненько и мимимишно.
подарок номер 28. Вот состав. Читайте, может, кому пригодится в садик, еще куда-то. Воображуля со сливочным вкусом. Ну, конфеты перечислены в любом случае. Так что здесь так крупненько все написано. Видимо, скрывать нечего. Видимо, конфетки в наборе вкусные. Огромное пока количество. Так что не торопитесь, еще они пока есть. Кондитерская база Марина. Очень красивые у них вот эти вот оформлены коробки с шарфиком. Сама коробка очень хорошо сшита. Единственное, что почему-то они без пакетика. 150 граммов Кузя. Набор 559 рублей стоит. Также на молнии, конечно же. Вы сзади вот так вот открываете молнию, и внутри вся коробка набита конфетками. Если бы еще был дополнительно пакетик, мне кажется, было бы лучше. Был бы дополнительный плюс. Но почему-то коробки без пакетика. То ли это первый ряд, а сзади пакетик. Ага, да. Сзади коробки есть пакетик. Просто первые открыли, чтобы, видимо, показать всю красоту, как эти коробки выглядят. Вот такие еще бычки. Ой, какой он прелестный, какой чудесный. У него милая мордашка, тоже этот кондитерский дом Марина. Внутри 250 граммов конфет. И, конечно же, вот состав конфеток, читайте, кому интересно. Вот такой милый сам бычок. Очень красивая игрушка. Кругляш называется, 654 рубля. Ну, по размеру игрушечка не маленькая, и ребенок потом сможет складывать что-то в этот рюкзачок. Вообще такого формата изделия, мне кажется, хорошим подарком. Интересно. И игрушка, и сладость. Для самых маленьких вообще отлично. И ребенок потом сможет свои вещи складывать. Вот такие бычки. Полки аж ломятся, пока всего этого очень и очень много. Вот такой еще бычок тоже. Тот же кондитерский дом Марина. Смотрите вот поближе, как он оформлен. 400 граммов конфет этот бычок уже побольше. И вот в составе какие будут конфетки. Читайте, ставьте на паузу, смотрите, подходит вам наборчик или нет. Может быть, сразу со мной тут уже и определитесь, какие больше вам нравятся. 839 рублей, тоже со скидкой, стоил 1050 рублей. Поэтому, я думаю, хорошие выгодные скидки на то, что это очень быстро разлетится на подарки. Многие берут не один, а несколько, допустим, в школу, в детский сад. Поэтому учитывайте, что если хотите какой-то прям выгодный, хороший наборчик, берите сразу. Вот такой еще бычок, тоже 250 граммов. И вот они, конфетки. Конфетки примерно схожие. Я смотрю так вот, ставлю. Вчитывайтесь, ставьте на паузу, постаралась фокусироваться, вот показать. Ну, классный тоже такой вариант бычка, 669 рублей, а со скидкой в 19% стоил 834. Как думаете, пишите в комментариях, стоит того эти наборы или нет? Почитайте. Вот такие еще наборчики красивые, с Дедушкой Морозом, с детишками. Ну, новогодняя такая ретро-тематика. Новым годом и Рождеством поздравления, если кто будет брать не только на Новый год, а на Рождество тоже, конечно, плюс. Новогодний подарок номер 26, 500 граммов за 364 рубля. Сейчас покажу в составе какие конфетки. Всегда стараюсь показывать эти состав наборов, это важно, потому как если конфеты невкусные, то может быть разочарование, поэтому нужно смотреть сразу. Тут красный мак, мишка, косолапый, Росфрон. Вот так вот на вскидку вроде бы наборчик очень даже неплохой, такой хороший набор. И конфетки внутри вкусные. Но опять-таки, знаете, лучше перестраховаться и всегда прочитать набор самостоятельно, чтобы потом не разочаровываться. 364 рубля такой наборчик стоит. Дальше идут вот такие домики. Тут картон более мягкий, сам домик он весом 600 граммов, 434 рубля. Слушайте, ну за такую цену 600 грамм конфет, это уже приятная цена. Тоже со скидкой в 19%, стоил 539. Также в домике вот такие интерактивные окошки. Вот можно играться. Уже открыл, давайте посмотрим, что внутри. Ну, для деток это тоже дополнительный плюс. Все-таки это интересно. И
развивает. Видите, окошко. Люблю вообще такие наборы. Обычно такие делает Красный Октябрь, Ротфрон. Еще раз цена. Ну, за 600 грамм, согласитесь, вроде как приятная. Давайте посмотрим состав. Подарок это номер 22. И вот такие, ну, в конце какие-то идут карамельки, а так и там мини-рулетики, а так конфетки все достойные в наборе. Ну, по моему мнению, по крайней мере, это так. Хорошо.